Мое поздравление для всех начнется с истории Иешуа, когда он взял своих учеников и поднялся на гору Фавор. Там произошло что-то особенное, и Шимон говорит: «Хорошо нам здесь, давай построим 3 кущи». Друзья, кущи, мы говорим о Суккоте, а Суккот – это благословение, жизнь, это обновление, это обещание Бога, чтобы быть с нами. Мы свободны, и только Господь наш покров. Я хочу сказать вам простые слова. С праздником Суккота!